Салют, народ, с вами Асмейл, и добро пожаловать на новое видео, где сегодня мы вместе с Хелдом будем ловить покемонов только первого поколения. Йоу, всем привет, ребята, и посмотрите, это покемон второго поколения. Ёлы-палы, да, не подходит, бро. Мой вот покемон тоже не подходит. Мы, кстати, можем чекать поколение, знаешь, как, Хелд? Ну-ка. С помощью покедекса от первого до 152 покемона это первое поколение. Пиплуп, у меня 393 хэштег. Номер, не первое поколение, прощай, Пиплуп. Но я думаю, то, что сегодня с помощью полутора стаков лаки-блоков нам выпадут много покемонов первого поколения. Все-таки их 151 штука от Бульбазавра до Мьюбро. Мью! Я очень хочу, чтобы мне сегодня выпало Мью, потому что... Ребята, и напишите, пожалуйста, нравится вам Мью или нет в комментариях, а также ставьте лайки, если вы хотите больше крутых видосов и новый летсплей по покемонам на канале. Ёлы-палы, если хотите, то да. Цветочки подписчикам, семена подписчикам, чтобы пошли вырастить себе хлеба. Вот вам, ладно. Я думаю, то, что можно начинать, Хелд, в целом. Побежали. Открываем. Побежали. Нифига себе, Свирликс. Блин, вот на самом деле, вот так вот очень нужно жестким затротом, мне кажется, быть, чтобы знать каждого покемона по поколению. Да, согласен полностью. Так, мне выпал Вулу. Интересно. Мне Сентрет выпал. Он второго поколения, 161 номер у него, блин. Этот Вулу так, блин, он так прикольно... Крутится, ходит. Давай. 731, обалдеть. Офигеть, нифига. Это прям жестко, бро. Опа, блин. 389. Не подходит нам. Это, по идее, какое? Третье, четвертое поколение? Напишите в комментариях. Так. А я первое поколение нашел, Клэфейбл. Да, отлично. У тебя уже есть первый покемон. Это очень хорошо, бро. Это очень хорошо. Так, Гастли. Я тоже нашел. Гастли у меня первое поколение. Сюда его. Блин, мне припарину. Мне, кстати, одни стартовики выпадают. Блин, какого, ну-ка, ты поколения? Ну, тоже, наверное... Клэфейбл снова выпал. Я не знаю, можно ловить двух одинаковых или нет? Слушай, ты можешь поймать. Но использовать, я думаю, их нельзя. Хотя, ну, или можно... Не, я думаю, мы с тобой сегодня нормально покемонов залутаем, поэтому не повторяемся. Окей, хорошо, договорились, тогда не повторяемся. И прямо сейчас мы можем выбрать себе правила. Чё, мы будем повышать покемонов до 100-го левела или нет? Сотый уровень, я думаю, да, можно, почему бы и нет? Окей, хорошо, бро, договорились. Собакен. Ой, пинг. Пинкурчи, ёлки-палки. Не, ну ты вряд ли, конечно, первого поколения. Желтик. Блин, офигеть. Мне на самом деле покемоны жесткие выпадают. И да, это тот покемон, которого я хотел. И он первого поколения. Офигеть. И, кстати, мне выпал покемон, который с лаки-блоков очень редко выпадает. Прям очень редко. Нифига себе, интересно, что за покемон. И это хайповый покемон. В целом очень хайповый покемон. Да, все его знают. Да, это точно. Копа. Реальный хайпбист. Так, Фантампик. Фантампик. Где ты, бро? Вряд ли ты, конечно, первого поколения, но я бы проверил вот так вот чисто. Да, окей. Блин, интересно, я все понял. Пятый уровень покемона, и это у нас... Кто? Это не первое поколение, нет. Окей, там тебе какой-то стартовик, что ли, выпал, или что? Да нет, вообще это не стартовик, просто какой-то рандомный покемончик, маленький такой. Ёлки-палки, хватит на меня нападать. Поплио, 728. Капец! Шилдан. Чё там, чё там? А прикинь, у Вивилона это такая бабочка, у него номер хэштег 666. Очень по-дьявольски выглядит. Нифига себе, бро. Как-то. Нифига себе, это кайф. Дивотик. Слушай, у меня есть две разные эволюции одного покемона. Это Гастли и Хантер. Таких покемонов мы можем использовать? Я думаю, что нет, Смейл. Давай мы не будем. Ладно, это хорошо. Это же все-таки один и тот же покемон. Тогда оставлю себе Хантера, бро. Давай, ну конечно. Он и левелом хороший, и покемон у меня в целом, бро. Я бы сказал, очень хороши своим левелом. Очень хорошо. Стоп, я не пойму, где покемон, который мне только что выпал. Я хотел его посмотреть, и нету его. Бро, улетел, получается? Улетел, получается? Да нет, это была не птица.
Это был какой-то другой покемон. Убежал, получается, бро? Да, походу, убежал, да. Мне такие классные покемоны выпадают, но это не первое поколение. Ах, да, вот он, я нашел. О, Ситра, первое поколение, иди сюда. Слушай, ну у меня уже раз, два, три покемона есть. Хантер, Дудудудун и Дудудудун. Вот такие вот ребята. О, Дедедедун, это что за покемон такой интересный? Ой, это секретный покемон, бро, тебе лучше не знать. Секретик? Так. Так, ладно. Найбатик, ё-моё, да чё они все 700-е, 600-е, где 100-е? Ребята, давайте вот каждый из вас сейчас влепит лайкосик и напишет комментарий о том, что хотите ли вы поскорее битву со вторым поколением или нет. Если вы сильно захотите, то этот видос будет как можно быстрее, ребят, так, окей. Да, давайте, ребята, дойдем до... там пятое, шестое какое-то поколение, где покемоны 600-е, хэштег 600-е, потому что мне много выпадало сегодня покемонов 600-х каких-то, и они все мега крутые. Это точно, мне сейчас тоже выпал мега крутой покемон. И, кстати, мега хайповый тоже, блин, нифига себе. У меня команда просто суперская, мне очень нравится на самом деле. Сюда. Так. У меня уже 4 покемона смейл. А у меня 1, 2, 3, 4. Да, тоже 4, бро. Это суперски. Так, а почему только это? А какой у тебя самый высокий левел у покемона? Так, самый высокий левел у покемона это 40-й. Это, блин, очень хорошо. А у меня 47-й. Подожди. Что там? Так. Получается, от нуля до какого хэштега? 120... От одного до 150... 151 это крайний. Это мью. 151, хорошо. Так, а тут 121 у меня. Это очень хорошо, бро, давай. А, 121, что-то знакомое, стоп, секунду. Как там этого покемона зовут? Да это Старми, это звезда. А, нифига себе. Окей, окей. Мне Блацефалон выпал, бро, все, капец тебе. Блацефалон? В смысле Блацефалон? Ладно, шучу, он не первого поколения. Да, хотел на твою реакцию просто посмотреть, бро. Да, я вот тоже сомневаюсь, что он какого-то такого, типа, первый. Не-не-не, мне потому что тоже ультрабесты выпадали. Ага. Нет, они все... Чуть попозже. Да, чуть попозже. А мы их оставим, знаешь, мы этот же мир вот сохраним, и потом их половим. Это точно, это точно. Блин, Абстагун. Так, мне очень нравится, как выглядит этот покемон. Абстагунчик, чисто вообще приколыч. Так, отлично. Карвисквир? Нет. Нет. У тебя сколько лаки-блоков, кстати, осталось? У меня 29, у тебя сколько осталось? Ой, у меня 40, смейл, ну ничего. Сейчас я дооткрываю. Давай, так. Бро, дооткрывай. В целом мне осталось... Так, у меня 4 покемона уже есть в команде. Я бы хотел себе 5 и 6. Надеюсь, то, что у нас будет одинаковое количество покемонов. О! Будет, будет. Вот эту вот девочку всегда надо в команду брать. Против тебя тем более. Я понял, ладно, я понял, что там. Да? Девочка такая интересная, разноцветная, да, такая FIFA? Или нет? Ну, может быть, может быть, может быть, может быть. Может и не быть. Так, интересно, заинтриговала ты меня, конечно. Это точно, увидишь в битве, бро, реально увидишь в битве. Блин, хитранчик. Че там тебе, Мью, что ли, выпало? Да не. Нет, блин. Нет? Вот, блин, что-то... было бы прикольно, если бы Мьюту сейчас выпало, было бы действительно очень классно. Так. Да было бы вообще очень круто. Очень круто. Так, хопа-хопа-хопа. Болтой, блин, что за покемоны маленького уровня такого? Следующее поколение, срочно. Надо срочно следующее поколение. Ой-ой-ой-ой-ой, блин. У меня уже есть 6 покемонов первого поколения, бро. О, хорошо, хорошо. А мне тут выпали... Выпал еще один первого поколения, я его сейчас ловлю, это хороший покемон высокого уровня, наконец-то высокий уровень, а то у меня 10-й, 5-й, надоело мне это все. Давай, а у меня в целом все высокого левела. Ой-ой-ой-ой-ой. Армальдо! Так. Ой, так, Некрозма! Офигеть, у меня 11, у тебя сколько? Так, у меня 22. Во. Ну, 22? Неплохо. Да, 22. Ох, нормально, убуд. Хэштег 228. Приколыч, на самом деле, жесткий. Так, окей, ну-ка давайте посмотрю в ПК у меня сколько там покемонов. Ладно, давайте я сразу это вот так вот сделаю, чара, отлично. Блин. Вы можете прямо сейчас слева мою команду
наблюдать, ребят. Но я думаю, то, что если сейчас мы выбьем какого-нибудь крутого покемона, то было бы классно его поймать. Мэвайл, так, ну, так, кстати. 300-й. Это мы делаем. Так, последние лаки-блоки остались, бро. Последние, да, прям еще чуть-чуть. Так. У меня тоже. Галерекс, до свидания. Так, Джирафари, до свидания. И Поливак. Он первого поколения, но у меня уже есть Поливитл. Отлично, бро. Я в целом всё? Готов. Конечно. Да, я тоже готов. Так, секундочку, только последние два лаки-блока, не могу открыть, давай, а то на меня нападают. И, ребята, мы сейчас пропишем читерскую команду. Не надо, прямо пока прямо сейчас. Не удаляй покемонов только. Окей, бро, давай. Так, сейчас не удаляй. Скажи, погоди, когда удалять. Ребята, запоминайте команду, как удалить все, кроме персонажей в мире. Да, все, можешь, в принципе, всех удалять. Ладно. Окей, пам, ой. Блин, нет, я как-то не так ее ввел. Вот ты это... всех своих покемонов удалил? Нет, что я сделал? Я не понимаю, как, что я не так ввел. А, вот так вот, кстати, да? Все. Или нет? Все, моя команда готова! Ребята, ладно, все, у меня едет крыша. Я не понимаю, в чем, что здесь не так. Ладно, давай ко мне ТП. И давай, я думаю, давай. То, что мы можем битву начинать плюс-минус. Так, давайте я сейчас заменю одного покемона, и это будет пусть так. Давайте я посмотрю, что у меня здесь за... Я тоже заменяю. Так. Вот так вот, я думаю, сделаем. Отлично! Покехил прописываем, этого, мы прямо этого. Сейчас мы с тобой очень жестко деремся, бро. Так, давайте я еще раз попробую прописать. Так. Ух ты, это интересный какой-то покемончик. Так, кого бы... Ну, в принципе, все, Смейл, я готов. Да? Окей. Да, полностью готов. Окей, хорошо, бро. Блин, у тебя... Капец, у тебя тут покемончики интересные. Давай, все, начинаем мы с тобой файтиться. Повышаем очень жестко. Повышаем наши уровни, Смейл. Конечно, да? Конечно, кидай покемона. О, статми, правила битвы. Сотого левла. Подтверждаем. Сейчас будет очень жестко. Сейчас, ой-ой-ой, Хантер! Да, вот такой вот Хантер у меня есть. Давайте звездопадик. Посмотрим. Звездопадик. Ой-ой-ой, вот это вот звездопад. Давайте чекнем. Как оно по тебе ударит? А чё меня дергает вот этот покемон, который шарик, видишь? Это кто, Поливак или кто это, я забыл? Видишь, смотри, он меня дергает, типа двигает. Смотри, ты видишь это? Реально двигает? Да нет, вроде. Да-да! Я тебе серьезно говорю, он рядом со мной ходит, двигает меня, рядом со мной никого нет. Ну, Поливак, да, рядом с тобой ходит, но тебя не двигает. Он толкает, ну, что-то прицепился реально к тебе. Да-да, толкает меня, тебе что надо от меня? Ага. Электричество, не понял, какое электричество? Какое электричество? Давай, бро! Файт, let's go fight. Я думаю да, то, что... Fight, я думаю то, моя. Что ты Хантера даже не ударишь. Но это ведь печально. Хантер. Это печально, но у меня есть еще другие покемоны, Смейл. Ну, капец. Ой-ой-ой. Тебе. Так, ну-ка. Может быть, вот эта атака? Это ой-ой-ой-ой-ой. Нифига хорошо, себе, ты хорошенько хорошо. Меня ударил, бро. А вот так, вот как тебе? Не добьешь ведь. Не добьешь ведь. Добью, нет! Нет, не добьешь. Битрил не может двигаться из-за паралича. Жесть! Ладно, давайте этого покемона возьмем. О, Арбак, нифига себе. Разгрызание. Так, это тоже темная атака, она вроде должна нормально подкрепить. Да, супер! Отлично, отлично. Хочешь, покажу себе свою сигнатурку. Вот он! Тот покемон, который самый хайпик. Ладно, я про него ладно. Тебе говорил так. Гаярдос хорош, блин. Я так давно Гаярдоса не видел на самом деле. Мы его как будто не берем вообще. Он как будто... Ё-ма. Нет, просто он редко выпадает с лаки-блоков, и он всех твоих покемонов сейчас просто заваншотит. Неправда. Так, ну-ка вот это попробуем. Давайте. Как тебе такое, бро? Что за жесть? Да что ну? За жесть? Я так, просто ладно, большинство вот покемона. Своих покемонов я тебе даже не покажу, походу. Алаказама да, достаешь. Да капец! Что происходит? Ладно. О, вот это вот видел? Ну-ка. Ой, ну-ка, блин, ну-ка. Чё? Вот это я атаку использовал просто классную. Решил проверить, как бы тебе такой не атаку ударят. К сожалению, это никак. Это было неэффективно. А вот это вот эффективно.
Чё за фигня? Твой Гайардос просто... Что это за фигня? Да, он соло выносит всех твоих покемонов, брал. Так, это чё, у тебя все покемоны закончились? Да, все, все покемоны закончились. Реально? Происходит. Я тебе даже показал твою девушку. Ну-ка, вот эту. В одни ворота, вот. В одни ворота, красотка, Джинкс. Ну, красоточка. Вот, экзегьютор, как тебе? А вот Снорлакс. Вообще да классные покемоны мне выпали, кстати. Тебе прям вообще крутые покемоны выпали. У меня прям вообще какие-то, ну так себе. Ну, бедрильчик, я вообще ставил ставку на бедрила. Ну да. Ну, в целом, а я ставил ставку на Джинкс. Но в целом я знал то, что Гайардос очень жестко просто всех надамажит. Ну что, ребята, вот такая вот сегодня битва вместе с Хелдом у нас получилась. Половили мы покемонов первого поколения, и в этой битве победил Смейл. Ну, как всегда, ребята, победила у нас, конечно же, дружба. Код слова в комментариях. Сырок, дружба. А с вами был я, Смейл. Ребята, подписывайтесь на наши каналы. Ставьте ваши лайкосы, оставляйте ваши комментарии. Всем удачи, ребята, и всем пока-пока. И хелп, всем пока, ребята.